Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Итак, давайте первым делом отведем нашего котика в туалет. Вот такой вот прикольный костюм супергероя. Вот такого вот интересного желатинового, похожий на радиоактивного. Мы ему надели прошлой серии. Очень похож на какого-то радиоактивного героя. Итак, сделал свои дела. Подожди, потом кушать. Кушать ты еще успеешь, но ты такой грязный. Давайте-ка мы его, ребята, вначале хорошенько помоем. Вот так здорово. Моем. Отлично, друзья. Хорошенько мы его вымыли. А теперь давайте-ка смоем всю вот эту мыльную пену. Вот здорово. Еще за это даже и монетку получили. Хороший там. Так, нет, не реагирует, пока не покормим, дела не будет. Хорошо. Вот держи пиццы кусочек. Как тебе, вкусно? Здорово, друзья. Смотрите, как ему отлично понравилось. Ну ты, Том, даешь. А теперь, чтобы ему вкусненького дать. А вот давайте-ка дадим ему вот этот лаваш. Здорово. И еще дадим ему кусочек тортика. Вот, целый тортик дадим шоколадный. Вот здорово, как его накормили. И еще чем-то запьем. Ага, вот апельсиновый сок. Да, здорово. Полностью накормили нашего Тома. А теперь, Том, давайте-ка мы с тобой отправимся в путешествие. Итак, полетим по земному шару. Давайте-ка полетим. Вот, здорово. Итак, мы полетели. И сейчас полетим сюда. Ага, друзья. Итак, мы попали в Армению. И давайте-ка посмотрим. Да, здорово. Вот такой вот интересный Том. Черный. В марсианском костюме. Здорово, друзья, отлично. Так. А нельзя ли купить? Нет. Очень трудно, друзья, купить. Ну, попробуем в следующий раз еще купить. Появится, когда откроется. Погладим его. Хороший. Ох, как ему нравится. Итак, друзья, поздравляю вас с наступлением зимы. И сейчас давайте-ка что-то сделаем в новогоднем стиле. Итак, зайдем в гардероб. У нас есть шапочка Санта-Клауса. Вот. И выберем какого-то с интересной шерсткой костюма. И попробуем сделать его из него Санта-Клауса. Так, давайте снимем костюм супергероя. Возьмем какую-то интересного такого... такую шерсть, то ли снеговика взять, нет, не хочется снеговика, то ли взять какого-то интересного с шерсткой, то ли тигра, ну бриллиантовый, уже очень яркий. А вот, смотрите, здорово, шерсть манкунек, очень здорово будет на него надеть вот шапочку Санта-Клауса, смотрите, как красиво получается. И еще попробуем ему подобрать какой-то красный костюмчик. Так, я думаю, еще глазки, возможно, мы изменим. Итак, глаза Тома. Голубые глаза, красные. Ну, как-то они странные. Оранжевые, карие, желтые глаза. Неплохо, в принципе, желтые глаза смотрятся. Серебряные, золотые, глаза зомби, глаза Мэнкунеко. Ой, а что это? Ага. Глаза Мэнкунеку. Голубые. Вот такие вот у него глаза. Ну, пускай пока побудут. Хотя, друзья, мне больше понравились глазки желтые, честно говоря. Желтые глаза. Хотя глаза Мэнкунеку тоже неплохо. Нет, давайте все-таки сделаем желтые глаза. Какие-то они мне более приятные. Вот так, да. Так, а теперь давайте какую-то подберем новогоднюю одежду для нашего Тома. Итак, пижама нет, костюм выходного дня нет, костюм Хэнка нет. Так, марсианскую форму нет, костюм рэпера нет, костюм для романтического свидания подходит. Гавайский костюм к Тому году тоже не подходит, тем более футбольная форма, костюм художника нет, комбинезон. Вот ослепительный наряд неплохо, немножко Дед Мороза напоминает. Ну, возможно, еще что-то лучше найдем. Сейчас посмотрим.
Ну, костюм робота не годится, кимоно тоже, классический костюм не годится. Да, не годятся вот эти костюмы, разве только костюм супергероя, но он какой-то не очень. А что у нас? Ага, еще 11 стран посетить, и будет она у нас открыта вот такой наряд летчика. Ну, пока, друзья, остановимся на ослепительном наряде. Итак, друзья, вот очень здорово костюм у нас вот такой новогодний получился. А теперь давайте к этому новогоднему костюму подберем еще гостиную, украшим. Итак, первым делом давайте елочку поставим. Да, здорово. И еще кресло вот такое новогоднее с пряником. Отлично. Здорово. И кроме того, еще новогодний коврик какой-то поставим. Вот здесь здорово. И еще плитку. Такую-то интересную. Новогодний пол. Ну, пусть будет новогодний пол. Вот такой вот. Где он? Хотя, почему он зеленый, почему он не новогодний, непонятно. Так, галактический постер. Сейчас какой-то новогодний веночек такой, я, по-моему, видел, там был. Новогодний венок. Ну, пусть будет новогодний венок. И еще обои. Обои мы поменяем. Тоже сделаем какие-то вот такие новогодние снежные обои. Давайте купим их. Ну, так вроде бы неплохо. Ну-ка, еще посмотрим, может что-то интереснее нет. Есть. В принципе, можно было бы такое королевское настенное покрытие. Но я считаю, не стоит. Так. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что же у нас здесь получилось. Ну как, Том, нравится? Да, смотрите, как ему здорово понравилось. Его. Отлично, отлично, друзья. А теперь давайте-ка мы с вами зайдем на кухню. Здесь тоже немножко произведем изменения. Все подготовим к зиме и к Новому году. Холодильник тоже мы поставим. Вот такой вот снеговик. Отлично, друзья. Новогодний, кроме того, давайте еще скатерть новогоднюю, тоже какую-то вот такую вот прикольную сделаем. Очень красиво, посмотрите-ка, друзья, как здорово получилось. И кроме того, еще поставим вот такое новогоднее окошечко, смотрите, как здорово. Санта-Клаус с оленями пролетает на фоне луны. Здорово. И еще с обоями что-то придумаем. Где-то там были снежные обои новогодние. Итак, как Том, нравится наша кухня? Да, да, по-моему, ему очень здорово понравилось. Хороший Том, давайте-ка его погладим. Хороший Том, хороший. А если вот здесь его погладим? Ой, смотрите, как ему нравится, как ему приятно. Здорово, друзья. Отлично. Очень мне понравилось. А теперь, друзья... Да, да, друзья, и мы перешли на 65 уровень. Здорово! Итак, наш Том перескочил на 65 уровень. И у нас награда 365 золотых. Отлично, ребята. Очень здорово. А теперь давайте-ка пойдем еще в ванную комнату тоже украсим в новогоднем стиле. Так, ванная комната. Галактический санузел мы поменяем. Вот такой новогодний туалет-камин. Здорово. Галактический люк мы поменяем на новогоднюю дверь. Новогодний ковер мы поменяем на новогодний коврик. И еще плитку тоже мы поменяем. Вот такой вот новогодний кафель есть, но мне, честно говоря, он что-то не очень нравится. А ну давайте, может, что-то более интересное есть. Ну, вопрос, конечно, интересный. Современный кафель, королевская плитка, супермилая плитка, неплохо, галактическая, очень жуткая, оранжевая. Ну, в принципе, пусть будет уже новогодняя. Так, и еще обои поменяем. Давайте-ка поставим уже снежинки. Где они там были во всех комнатах. И здесь мы тоже поставим снежинки. Вот они. Итак, друзья, что же у нас получилось? Посмотрим. Ну как, Том, понравилась ванная комната в новогоднем стиле? Ну, я вижу, довольна. Значит, понравилась. Отлично, друзья.
А теперь давайте-ка мы с нашим Томом еще в новогоднем стиле тоже вот здесь что-то изменим. Итак, спальня. Так, сейчас поставим в новогодний фонарик вот так. Кровать спортивная, а мы поставим какую-то тоже новогоднюю. Так, новогодняя кровать. Вот такая вот забавная, со множеством снеговичков появилась. Отлично. Обои мы возьмем снежинки. Вот, да, здорово. Вот такие вот снежинки. Отлично. И портрет мы возьмем тоже какой-нибудь такой вот новогодний носочек. Здорово. Так, и что у нас с бельем? Королевское? Нет, нет, нет. Со снежинками. Да, здорово. Итак, друзья, что у нас получилось? Ну как, Том, тебе понравилось? Да, здорово, друзья, ему очень понравилось. Очень здорово, очень хорошо. А теперь давайте-ка с нашим Томом пойдем и сыграем какую-нибудь интересную игру. Кстати, друзья, а какое же у нас сегодняшнее задание? Давайте-ка посмотрим. Зайдем мы вот сюда и посмотрим сегодняшнее задание. Набери 8000 очков в мини-игре «Радуга». Хорошо, ребята. Просят нас сыграть эту игру. Давайте-ка сыграем. Итак, мини-игра «Радуга». Просят сыграть и набрать 8000 очков. Ну, давайте-ка, ребята, попробуем. Итак, собираем комбинацию из множества шаров, не меньше 6. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что бы нам такого интересного придумать? А, вот. Нет, к сожалению. Хотя вот есть 6 шаров, вот, друзья. Есть 6 шаров, но маловато. Бомбы не получилось, друзья, к сожалению. Так, что бы нам еще интересно придумать? Ну, давайте пока вот это сильно зальем. Вот так, замечательно. А что теперь мы можем сделать? Вот так вот. 7 шаров есть. Да, появилась первая бомба. Уже неплохо. Так, к сожалению, здесь тоже ничего нельзя сделать. Ну, пока давайте вот эти шарики уберем. Вот так. И еще что мы можем сделать? Давайте-ка вот эти жиры уберем. Замечательно. И еще вот эти красные уберем. Вот так. Да, здорово. А теперь, друзья, смотрим вот такая интересная комбинация из 8 шаров. И мы получили мешочек золота. Хорошо. Так, что еще мы можем придумать? Ну, давайте-ка пока... Пока вот эти 6 шаров желтых уберу. Посмотрим, что получится. Ага, получилась вот такая вот интересная бомба. Так, убираем пока желтую. Замечательно. Еще что мы можем убирать? Вот фиолетовый убираем. Замечательно. Так. Чтобы еще придумать интересно. Вот голубую убираю. Замечательно. И еще зеленую. Вот так. Здорово. Так, что еще мы можем придумать, друзья? Ну вот эти убирать. Хорошо, взорвали. Взорвали бомбу, и сейчас еще уберем 6 шагов. Вот так. Хорошо. Так. Вот здесь у нас еще 6 шагов. Вот так получилась у нас бомба. Замечательно. И еще вот так. Вот. Да. Очень здорово. Итак, попробуем там, друзья, сейчас пользоваться вот таким огненным шлифом. Здорово. Все очень хорошо получилось. А теперь, друзья, давайте-ка пока уберу три жертвы. Возможно, да, к сожалению, не получилось соединить зеленую комбинацию, но ничего. Итак, продолжим, друзья. Что нам еще мы можем придумать? Ну, пока. Пока давайте глубину делаю вот так. Замечательно. И еще вот так. Здорово. Хорошо. Вот красный убрали. Очень хорошо. И еще вот эту красную убрали. Здорово. Хорошо. Так, что же здесь придумать, друзья?
Три голубых. Замечательно. И еще, 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 чтобы нам придумать. Нет. Вот четыре шарика. Вот так. А ну-ка, друзья, сейчас попробуем вот такую проделать комбинацию. Да, здорово. И у нас получилась вот такая вот интересная бомба. Сейчас мы ее испробуем. Так, но прежде чем испробовать, я сейчас попробую вот эту комбинацию. Да, замечательно. И еще вот так. Очень здорово. Хорошо. Итак, следующая комбинация у нас будет вот такая. Замечательно. Очень здорово все получилось. Хорошо, еще вот так. Так, итак, и следующая комбинация, чтобы мы нам здесь придумать. Вот. Да, замечательно. Ой-ой-ой. Ну-ка, давайте проделаем вот такую вот комбинацию. Да, замечательно. И еще вот так. Отлично, здорово все у нас получилось. Так, что здесь мы можем придумать? Ну, пока давайте-ка я вот воспользуюсь вот этим. Комбинация отличная. И еще, еще что мы можем придумать? Отправим-ка мы вот такую вот замечательную комбинацию. Отлично. И еще, еще, еще вот так. Ничего себе. Вот это да, друзья. Какое-то невероятное было у нас взрыв. Здорово. Итак, продолжаем. Три шара. Вот еще вот такая замечательная комбинация. Хорошо, еще вот так. Очень здорово. Так, продолжаем, продолжаем, чтобы не придумать. Ага, взрываем вот эти пока три шарика. И нужно еще голубой шарик. Что мы здесь можем придумать? Ничего, что-то нам не придумывается. Поэтому взрываем 4, и, к сожалению... К сожалению, это проигрыш, друзья. Это, к сожалению, проигрыш. Последняя комбинация выглядит вот такая вот. Да, игра окончена. Неплохо. А сейчас, друзья, давайте-ка мы попробуем с нашим Томом поехать в дорогу с нашей Анжелочкой. Так, вперед, друзья. Итак, классическая игра. Том едет с нашей Анжелочкой любименькой. Собираем монетки и собираем звездочки. И посмотрим, что у нас сегодня из этого получится. Возможно, получится нам побить рекорд, друзья. Вот так, замечательно. Уклоняемся. Очень здорово. И еще вот так. Да, хорошо. Замечательно. Уклоняемся, уклоняемся. Вот так. Да-да-да, здорово. И еще вот так, замечательно. Очень хорошо. Отлично. Уклонились. Взяли замедление еще. Очень хорошо. Все очень здорово получилось, друзья. Еще вот так. Да, замечательно. Хорошо, хорошо. Собираем. Отлично. Еще вот так. Ой-ой-ой, какое, какая скорость. Ну ничего, хорошо, что мы взяли замедление. Еще вот так, да, отлично. Собираем, собираем. Вот так, здорово. Хорошо. Еще вот так, да, отлично. Очень здорово. Не забываем за монетки, звездочки, отлично. Уклонились от этих белым. Вот так, да, замечательно. Еще вот так. Вот здорово, отлично. Еще вот так, очень хорошо. Да, да, друзья. Еще вот так. Очень здорово. Отлично. Итак, взяли множество замедлений. И нам удалось проехать вот этот участок без потерь. Ой-ой-ой. Ох, сколько препятствий было. Еле, друзья, мы уклонились. Ой-ой-ой. Еще вот сюда. Ох, ничего себе. Сколько препятствий. Ничего. Ох. Что-то не получилось, друзья. Итак, друзья, у нас очень хороший результат, 241, но, к сожалению, рекорд не побит.
Пожалуйста, напишите, какой у вас результат. А мы продолжаем. Итак, давайте-ка посмотрим состояние нашего Тома. Очень здорово, очень классно получился, но еще хочет немножко поиграть. Итак, давайте-ка мы с нашим Томом еще сыграем какую-нибудь интересную игру. Ага, ну попробуем побить рекорд в игре башни и стартов. Так, начнем, ребята. Отлично. Хорошо. Вот так. Итак, давайте так, счет 64, к сожалению, рекорд не побит. Неплохо, друзья. Ну и еще давайте-ка сыграем по Биг Тома. Возможно, здесь у нас получится побить рекорд. Итак, классическая игра. Вот так замечательно. Не забудем собрать монетки. Хорошо. Да, замечательно, отлично. Еще вот здесь возьмем монетки. Так, подождем, пусть пауки пробегут. Давай, паучок. Да, отлично, друзья. Все здорово получилось. Отлично, все за камешком. Отлично, еще вот так. Поехали паука, и можно спокойно... Вот так, уже эти монетки. Итак, друзья, наш Том сегодня очень устал, поэтому, друзья, давайте-ка будем прощаться, ложим его отдыхать. Итак, всем пока-пока, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.